Два вируса А из Мичигана и Гонконга, а также грипп Б из Брисбена. Этой зимой белорусов ожидает 3 штамма гриппа. Брестские городские и областные учреждения здравоохранения уже готовы к появлению возбудителей пандемии. Как и в прошлом сезоне, планируется привить порядка 520 тысяч жителей Брестской области. Среди тех, кто накануне принял участие в прививочной кампании, представители вертикали власти во главе с заместителем председателя Брестского облисполкома Олегом Величко. Сегодня во всех, в принципе, процедурных кабинетах уже вакцина есть. Пришло время, когда надо уже прививаться, потому что на введение вакцины развиваются антитела, то есть иммунитет определенный, защитный. Поэтому это порядка надо 2-3 месяцев, поэтому где-то как раз, учитывая, что у нас грипп обычно и простудные там где-то после Нового года эпидемии бывают, поэтому как раз вот сейчас нужно и прививаться, чтобы иммунитет был. Сегодня в медучреждениях уже доступна бесплатная, давно знакомая брестчанам вакцина, произведенная в России, Грипол Плюс, а также платные препараты из Франции, Ваксигрипп, и из Нидерландов, Инфлювак. Все они абсолютно безопасные вакцины, и жизнь уже показала и доказала, что и одинаково практически они эффективны. Поэтому можно смело прививаться и, в общем-то, и российской вакциной, и французской вакциной. Ну, в принципе, разницы здесь большой нет. В прошлом году благодаря вакцинации было предотвращено более 23 тысяч случаев гриппа. Это значит, что на каждый вложенный в прививочную кампанию белорусский рубль была получена прибыль в эквиваленте более 15 рублей. Закончить вакцинацию предполагают к 1 декабря. 2014 года на территории области мы не регистрируем вспышечную заболеваемость гриппом. И, соответственно, школы на карантин по гриппу на протяжении последних 4 лет не закрывались. Виктория Сащенко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.